Слава нашому Господу! Бог дарував нам сьогодні день і час, ми станемо на наші ноги. І будемо дякувати нашому Богові за Божу ласку і милість, яка проявлена для нас і в сьогоднішній цей ранковий час. Слава Ісусу Христу! Багато людей, які живуть на землі або жили, не дожили до сьогоднішнього дня. Но милість Божа є над нами. Слава Богу. Я думаю, коли дивитись на наше життя, то нам є за що дякувати нашого Господа. І в ранковий час, прийшовши на служіння, хто сидить біля екранів і дивиться нас на онлайні, ми можемо всі разом сказати: подяка тобі, Господь, що до цього часу ти нам допоміг. Слава Ісусу. Муж Божий каже такі слова, Псалом 8, 4 і 5 вірш. «Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Алілуя! Слава нашому Богові! Коли дивлячись на всю цю природу, на місяць, на зорі, що Бог її встановив, що є людина? Але вона є велика в очах Божих, тому що ми створені на образ і подобу Божу. Слава нашому Господу! Брати і сестри, і тому то в цей час давайте ми подякуємо нашому Богові за ласку небесну, яка над нами в сьогоднішні дні, за милість, за любов Його, за здоров'я, яке Він нам дає, за Божу охорону, огорожу Божу, яка є з нами. Слава Ісусу Христу! І попросимо Божого благословіння на це служіння. Хай Бог благословить братів, які будуть говорити слово. Хай Бог благословить цих молодих братів і сестер, які будуть співати во славу нашому Богу. Молимось до нашого Господа. Батько наш небесний. Славити хочу тебе, Ісус,
піснями, словом із моїх уст, віддати тобі хочу честь і хвалу, тебе, мій учитель, тебе я люблю. Цар всіх царів, батькові мій, тому я щасливий на землі цій. Алілуя! Цар всіх царів, батькові мій, тому я щасливий на землі цій. Сьогодні і завтра, і по віки віки, царює мій батько, цар всіх царів. Цар всіх царів, батькові мій, тому я щасливий на землі ці. Алілуя, цар всіх царів. Батькові мій, тому я щасливий на землі цій. Він скоро до себе нас всіх забере, туди, де на тебе оселя вже є, туди, де не буде страждання біди, там будем співати і сонмом святим. Цар всіх царів, батькові мій, тому я щасливий на землі цій. Алілуя! Цар всіх царів, батькові мій, тому я щасливий на землі цій. Алілуя! Цар всіх царів, батькові мій, тому я щасливий на землі цій. Алілуя, цар всіх царів, батькові мій, тому я щасливий на землі цій. Церковь, я хочу вместе с вами сказать слава нашему Богу. Я зачитаю один стих. Господи, не у Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли против множества сего. До сего места, можете присесть. Эти слова в свое время сказал один человек, который предстал пред таким вопросом, который не был легким. Однажды во дни царя Асы, который слово Господне говорит, что он возлюбил Бога и ходил перед Божьими очами, который искал его лица и который завещал народу, чтобы также взыскали Бога. О нем Слово Господне говорит, что он делал угодное пред очами Божьими. Он отменил те жертвы, которые приносили чужим богам. Он срубил те статуи, которым поклонялись. Он вырубил те деревья, которым поклонялся народ. Он привел народ до того, чтобы они взыскали Бога. И вот однажды в его жизни вышел царь Зарай, эфиоплянин, чтобы воевать с этим царем.
И он был с Богом, искал его и обращается до Господа с этими словами, взывая до него, которые я зачитал: Господи, не у твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на тебя уповаем. Конечно, весьма хорошо, или же такие моменты, мы имеем дерзновение до нашего Господа, когда мы есть с Богом. Когда мы хранили себя или искали Его лица, или были в присутствии Его. И когда трудность приходит в нашу жизнь, мы можем с дерзновением воззвать до Господа и сказать: Господи, помоги нам. И вот Господь вышел ему навстречу, Он дал победу ему. И вот когда этот человек возвращался, то к нему выходит пророк Азария, сына, на сына Одедова, слышал Дух Господень, и он говорит до него: послушай меня, Аса и Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами, и если же оставите его, он оставит вас. Вот такие слова Бог сказал до этого царя. Если будете искать, он будет найден вами. А если оставите, он оставит на вас. Дорогая церковь, сегодня мы можем посмотреть и также в нашей жизни, что все зависит от нас. Если мы будем искать нашего Господа и будем в близости с Ним, мы будем иметь успех, мы будем иметь благословение. И даже в трудный момент, который мы предстанет в нашей жизни, мы сможем обратиться и сказать: Господи, помоги нам. Подобно как Езекия возвал до Бога, когда пришел пророк и сказал, что ты завещание дому своему сделай, потому что ты отойдешь от этой земли. Езекия еще хотел жить и обратился и говорит: Господи, вспомни, что я ходил с преданным сердцем тебе. Он мог это сказать, потому что он хранил свое сердце. А если бы он не жил так, и то, что предстало, то, что сказал пророк, он не смог бы сказать. И тем более, что Бог мог бы и не вернуть ему тех 15 лет, которыми он добавил его жизни. Как важно нам иметь отношения с нашим Господом и искать Его в нашей жизни, потому что в этом есть благословение, и то весьма великое. Мы можем посмотреть дальше, если читая Слово Господне о сыне Иосафате, сына, это сын Асы, который воцарился после отца своего. О нем также Слово Господне говорит, что он был, что был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида отца своего и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога от отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям, и не по деяниям израильтян. Господу весьма приятно, когда Его дети ищут Его лица, когда они хотят с Ним говорить. Потому что Бог призывает нас до этого, чтобы мы искали Его лица и сближались с Ним. Поэтому и псалмопоец говорит, что сближься с Ним. И этот царь, он также избрал князей, священников, левитов и дал им повеление, чтобы они проходили по Иудея и учили иудеев законам Божьему, которые имели с собой книгу закона Господня, и они обходили все города Иудеи и учили народ. Это и весьма благословенно, это весьма есть сильно. Как много может зависеть от того, который есть главою в Израиле, который есть главою везде, и народ смотрит на него, и как он поведет народ. И мы видим, что тогда, где царь в Израиле искал Бога, хотел иметь близость с Богом, который хотел, чтобы его царство процветало, Господь был близок к такому народу, и он всегда имел успех. И также в этого царя был момент, что пришли воевать.
И он обратился также до Господа и говорит: «Господи, Боже Отцов, не Ты ли Бог на небе, и Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и у Твоей руки сила и крепость, никто не устоит против Тебя». И дальше: «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества все велико, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш». Это тогда, когда моавитяне и аммонитяне пошли войной на Иосафата. И это когда донесли Иосафату и сказали, что идет это многочисленное войско, то он обратился до Господа, чтобы взыскать Бога. И они пришли умолять Господа, чтобы он вышел. Иосафат разумел, что он є человек и что он ничто. И каже: «Мы и наши очи к Тебе, Господи». И тогда в тот момент Господь говорит до их такие слова. Тогда сошел Дух Господень, и Он сказал: «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божия». О, как приятно услышать такие слова, когда ты имеешь нужду, когда ты имеешь, возможно, горечь в душе и взываешь до Господа и хочешь услышать ответ. И Господь говорит: не вам, не ваша война, не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Это я весьма приятно услышать такие слова, это я благословение. Но если не быть надлежащим положении отношений с Богом, может ли Господь выйти навстречу и дать защиту? Подать защиту, когда ты беспомощен, когда ты не знаешь, за что хвататься, когда проблема, когда стоит, что дальше делать? Это моменты, когда люди искали Бога, и когда Господь был с ними, Он выходил навстречу. Если назад вернуться, когда мы читаем, что после Рувама воцарился сын Авия. И Иеровоам, в 18-м году царствования Иеровоама, воцарился Авия, и он царствовал над Иудеей. И вот случилось так, что они начали воевать. Вроде бы один народ, но царство разделилось при Рувааме, но следствия этого еще были из-за отца Соломона. Потому что он уклонился, и Господь сказал, что он отдаст царство другому. Но ради Давида, отца, он не сделал в дни Соломона, но в дни Рувама царство разделилось, и между ними было, не было того мира, того единства, хотя был один народ. И вот Авия говорит такие слова до царя Иерувама: «У нас Господь, Бог наш, мы не оставили Его, и у Господу служат священники, сыны Ааронови и левиты при своем деле. И сожигает они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, благовинные курения, и полагает рядами хлеби на столе чистом, и зажигает золотые светильники и лампады Его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили Его». И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилевы. Не воюйте с Господом Богом Отцом ваших, ибо не получите успеха. Авия говорит до этого народа, что у нас Господь и с нами Бог. И нас, священники, которые служат пред Богом, как Он заповедал. А вы оставили вас, другие священники, которые золотые те тельцы, которые поставил Иеровоам, чтобы вы поклонялись им. Но Иеровоам, между тем, как Иеровоам послал отряды, сделал засаду против Авии.
И тут иудеи оглянулись, и вот битва спереди и сзади, и они воззвали Господь в этот трудный час. И Господь вступился за народ с тем, которым избил, которые искали Его лица. А потерпели поражение те, которые не искали Бога, которые оставили. Хотя поначалу Иеровоам, он был угоден перед очами Божьими, но когда он видел, что может народ перейти, он сделал тельцы, он ввел народ в грех. Как важно нам в нашей жизни иметь близость с нашим Господом, иметь Божье благословение в своей жизни. Исаия говорит такие слова. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте, когда Он близок. Господь с вами, когда вы с Ним. Если мы найдем нашего Господа в своей жизни, то отношения в нашей жизни с Богом мы будем иметь благословение и успех. Псалмопевец Давид говорит, близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. И желание боящийся Он исполняет, вопли слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его и всех нечестивых истребит. Это говорит Слово Господне. И Господь всегда стоит за тех, которые ищут Его лица, которые в близости с Ним. Желание боящихся Он исполняет и вопли их слышит. Это я весьма прекрасно, это я весьма благословен. Вспомним народ израильский, когда они вышли из Египта. И момент, когда Моисей послал, чтобы они осмотрели землю, в которую они должны войти, ханаанскую, пришел тот момент, что принесли они весть одни очень плохую, то есть, которые ослабляли народ, которые нехорошую говорили молву до народа, что там люди рослые, что мы среди их очах очень малые, и нам не завоевать этой земли, вступить во владение. Но был Иисус Навин и Хелев, которые говорили, что нет, мы сможем завладеть с нашим Господом. И это было прискорбно Богу. И народ возроптал. Но Халев встал и говорит, что вы не восставайте против Бога. Зачем? И когда он говорит, что мы сможем эту землю завоевать, народ сказал побить их камнями. А Моисей в тот момент пал на лицо пред Богом. И Господь обращается, является, слава Господня, и Он говорит до Моисея, что «Оставь, и я погублю этот народ». Моисей встает в защиту, чтобы Господь сохранил и говорил, что скажут другие народы, что Господь не ввел свой народ в обетованную землю. И Господь по молитве Моисея, раба своего, Он прощает, но как Моисей говорит, что ты Бог, я долготерпелив и много милости и прощающий, но не оставляющий без наказания. Так и было, что Господь не оставил. И Он говорит то, что вы возроптали. Они год, день за год, 40 лет в пустыне. И тот род, который выше 20 лет, они не сможет войти в обетованную землю. И когда Моисей донес слух до народа эти слова, то они решили вернуться, чтобы пойти воевать с Амаликом. И Моисей говорит о них, что не идите, потому что Бога с вами нет, вам не будет успеха. Но они дерзнули пойти и потерпели поражение. Что значит, когда Господа нет? Но человек дерзнул, надеясь на свои силы, что он что-то сможет. Но нет, Господь уже оставил.
И как важно нам иметь в нашей жизни эти отношения. Как важно нам иметь эту близость и искать Его лица Божие, потому что мы, если мы хотим иметь благословение, то мы должны взыскать Его. Апостол Яков в своем соборном послании говорит так: приблизьтесь к Нему, и Он приблизится к вам. И Он там перечисляет, что нужно откинуть, что нужно оставить те нехорошие поступки, действия. Господь хочет, чтобы народ Его был с Ним. Он хочет благословить тебя и меня, и Он хочет, чтобы мы имели эти отношения. Он хочет говорить. И в этом видит окружающий народ, есть с нами Бог или нет. Они видят по наших поступках, по наших хождениях, да, мы иногда в своей жизни сделаем неправильные решения, неправильные шаги в нашей жизни. И иногда мы теряем эту связь с Богом. И мы иногда не имеем того дерзновения в молитве, чтобы о чем-то просить, умолять Его лица. Но когда мы ходим верно пред нашим Господом с преданным сердцем, мы имеем дерзновение до нашего Господа. И Господь говорит, что если вы пребудете у Меня, и слова Мои вас пребудут, то чего не пожелая, будет вам. Если мы ходим перед лицом Его, мы будем иметь благословение. И в нас увидят окружающие люди, что с нами Бог, как подобно, когда Иосиф был там, в того Потифара, то Господин ее увидел, что Господь с ним. Потому что Иосиф не оставлял Бога даже в те трудные моменты, и Господь был с ним. И в темнице, и Слово Господне говорит, что Господь был с ним везде. Это говорит о том, что Иосиф не оставлял Бога, и Господь был с ним. И он смог победить те трудные моменты, он смог устоять, потому что Господь давал ему силы. Был момент, что Илья, которому Господь сказал, что иди туда, в Сарепту Сидонскую, и там я повелю, чтобы вдова кормила тебя. И вот случилось так, что умирает ребенок той вдовы. Илья не разумеет, почему так, и там вдова еще с такими словами, что ты пришел напомнить то прошлое мое неправильное житие. Илья берет того ребенка и идет в свою комнату, и взывает до Господа. И когда он вернулся, приводит младенца живым, здоровым, это увидела эта вдова, и она говорит: теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне пребывает в устах твоих. Истинно. Как иногда люди хотят увидеть нас, этот свят, и что Слово Божие пребывает в нас. Это видит народ другой, что если пребывает с Богом, они видят, что это особенный народ, что это и благословенный народ, потому что с ними Господь. И когда народ израильский вышел из Египта, то другие народы, они слышали славу, как Господь и шел впереди них. И в нашей жизни, в которой мы видим, что нелегкое время, мы только сможем пройти с нашим Господом. Но нужно нам взыскать нашего Господа. А если мы нашли Его, то нам нужно держаться Его путей, и мы будем иметь благословение, и мы будем иметь силу. И перед этим служением мы будем идти до нашего Господа в молитве, просить Его благословения на это подальшее служение и на нашей жизни, чтобы нам сблизиться с нашим Господом. А за Слово Ему пусть будет слава. Аминь.
from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Слава Господу, братья и сестры! Я прочитаю стишок, и вы присядете. Написано в Исход
14 глава, 22 стих, написано Исход 14:22. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону». Садись, пожалуйста. Господь даровал нам еще один день, чтобы нам собраться и слушать слова Господни. Я хочу сегодня с нами, с вами порассуждать на тему «Путь к чудесам». Знаете, человек бы не против бы найти этот путь, правда? Каждый бы сказал, ну я бы не прочь узнать, вот где этот путь, чтобы стать, вот прямо идти к чудесам, которые там впереди. Ну, может, ты подскажешь мне? Да, я подскажу. Это путь, по которому вы идете. Это путь к чудесам. Когда-то израильскому народу Бог сказал, что это тот путь, по которому тебе надлежит идти. Это путь, по которому они шли. Поэтому, знаете, рассуждая на эту тему, я так подумал, кто-то скажет, ну, может, у тебя в жизни много чудес. У меня ничего не происходит. Жизнь обычная, ничего особенного. Но значит ли нет чудес в моей жизни? Значит ли, что Бог забыл о нас? Мы можем сказать, возможно, Богу нет особого дела к нам. Возможно, Он занят другим каком-то важным делом. А я маленький человек. Я ничего особого не вижу. Но это совсем не значит, что если мы не видим, что происходит за нашим зрением, в нашей жизни что-то меняется, это не значит, что Бог не работает. Бог полностью включен в жизнь каждого из нас. Он непосредственно занимается каждым из нас в отдельности. Знаете, в свое время, когда Иисус Навин воевал с амаликитянами, написано, что Он одолевал их. А потом случалось обратное. Амаликитяне одолевают его. Затем опять Иисус Навин одолевает амаликитян. И снова обратное. Что же происходит? Иисус Навин ничего не видит. Видит армия, видит он. Возможно, что-то, может, стратегия неправильная. Или что же происходит? Почему так происходит? Он не видел источника. Почему так? Но мы читаем Слово Божие и знаем, что и стоял Моисей, написано, на горе, и держал свои руки к небу. И сколько он держал эти руки, столько одолевал Иисус Навин. И когда, написано, отяжелевали руки Моисея, и он опускал их, и одолевал Амалек. Возможно, не видел Иисус Навин, что стоит Моисей на горе, и руки его ослабевают. Он свое дело делает. Знаете, в жизни мы тоже думаем, что вот мы сильные, мы сильны победить, что-то сделать, мы умные, можем хорошо учиться, можем преодолеть какую-то болезнь, какое-то препятствие, потому что мы такие сильные родились, такие смарт мы стали. Мы такие сильно физические, уже накачанные, возможно, или, возможно, мы красивые такие. Это все так. Это все правильно. Но мы не должны забывать, что за всем этим стоит Господь. Что именно Господь дает силу, что именно Он смотрит, именно Его рука направленная, чтобы нас держать, чтобы сохранить нас. Возможно, на фривее мы ехали, и эта машина почти врезалась в нас и могли нас убить. Но он отклонил эту машину, и машина проехала. Или в аварии, как мы смотрели, возможно, многие видели это видео, когда молодой юноша ехал на полной скорости и немножко
засмотрелся на что-то и влетел полностью по трап. Из машины, как говорится, отбивная у нас, как говорили, лепешка. И он вышел с машины целый и невредимый. Приехала полиция посмотреть, спрашивает, где же шофер? Он говорит, я здесь. Они на него внимания не обращают. Он говорит, я здесь. Они так смотрят на него, говорят, какому ты Богу молишься? Молись и продолжай дальше. Потому что машина была как отбивная котлета, у нас говорили. Мы думаем, что ничего не происходит где-то там, но мы забываем, что Господня рука с нами на каждом месте, чтобы хранить нас. Господня рука на каждом месте, чтобы сохранить нас. И, возможно, Иисус, наверное, не видел, но что-то происходило. Знаете, когда Бог выводил израильтян с Египта, написано, фараон бросился вдогонку за ними, чтобы возвратить их обратно. И вот они подошли к морю, дальше нельзя идти. Остановились, начали говорить друг другу, они же догонят нас, они нас возвратят или просто убьют. Что нам делать? Народ начал вопиять, роптать. А Бог говорит Моисею, что ты вопиешь? Слово Божие говорит, что Господь сказал ему, простри руку, простри жест твой на море и скажи народу, чтобы шли. Трудно сказать народу, чтобы шли, когда они видят, что нужно идти в воду. Хорошо и легко сказать, идите, но чтобы народ поверил, что вот идите. И написано, что Моисей поднял жест свой и руку свою, и что происходит? Вода расступилась? Нет. Написано, он поднял руку свою и держал так. И написано, Господь воздвиг сильный восточный ветер, который дул целую ночь. И вода, которая была пред ними, она расступилась или отошла и высушила, ветер высушил эту воду и высушил дно, что они могли пройти по суше. Но это не случилось, как будто просто вода ушла, прекрасное солнце светит, и мы себе спокойно идем по суше. Написано, что дул сильный ветер, который держал вот эти. Написано, что они шли по суше, и воды были им как стены, по одну сторону и по другую. Дул сильный ветер, чтобы удержать вот эти стены воды. Знаете, вроде бы кажется, Бог проводит, мог бы каким-то другим путем, возможно, Бог же мог построить мост, они бы могли просто легко перейти через это море. Это же Бог. Он мог бы сотворить целую эскадрилью кораблей, посадить их, перевести туда. Или просто, как в Новом Завете написано за пророка одного, чтобы он очутился уже в Азоте, мог просто переместить их на другую сторону моря. Но Бог использует природные явления, Бог использует природные ресурсы, чтобы научить человека верить Ему. Чтобы научить человека. Когда написано, они перешли, и уже волны закрыли врагов их, и все увидели плавающие тела врагов, написано, и поверил народ тогда Богу и Его посланнику Моисею. Смотрите, даже они еще уже шли через это, через это дно по сухому дну, и они еще не верили. Знаете, иногда мы проходим в жизни своей, я бы сказал, это наглядный такой пример к тому, чтобы посмотреть, как мы, Церковь Иисуса Христа, проходим в этом мире. Это как будто вот эти волны раздвинулись, и их держит Дух Святой, и Церковь идет прямо к вечности. Как будто вот этот самый Дух, как ветер, который дул, мы иногда даже поем, кажется, Дух Святой – ветер. И этот Дух Божий, он держит вот эти народы, которые вокруг нас, эти воды, которые стеной стоят над нами, которые, кажется, идешь, и в один момент они могут закрыть, и ничего не осталось.
Но интересно, что? Что именно вера заключается в том, чтобы когда ты видишь, вот эти волны стоят, когда ты видишь, вот этот ветер дует, и тяжело идти, потому что нужно быстро было проходить, и ветер дул. Вера и заключается в том, чтобы, смотря на эти волны, доверять Богу, что это Он ведет. И кажется, может быть конец, но это только начало. Это только путь к чуду, которое совершает Господь. Это только начало чудес Господних, которые Господь совершал над ними. Если посмотреть вообще на израильский народ, начиная с вывода с Египта, вот эти, наказания, которые были, это Божьи чудеса. И это чудо большое явилось, переход через это море. Знаете, перешедшие через это море, они поверили Богу. Но проходит немножко времени, они обратно же ропщут, обратно они недовольны, обратно они говорят, ну, ничего особенного не происходит. Знаете, когда люди никогда не были в пустыне или не жили, представьте себе, они просыпаются утром, какая-то манна лежит, им говорят, иди собирай. Оно, может, так и должно быть. Знаете, в жизни им казалось, что особого ничего не происходит, что это не является ничем-то иным, как обычный день. Пришел, пособирал, смолол, сделал лепешку, покушал. И каждый день так происходит. Знаете, понимая этих людей, трудно упрекнуть их в том, что у них было сомнение, что что-то особенное происходит. Мы читаем и знаем, что эта манна Господня падала и кормила их, и что они питались от этого. А им казалось, как будто то обыкновенное. Они даже говорят, что уже надоела эта пища нам. Мы то же самое в жизни своей каждый день читаем Слово Божье. А иногда мы переключаемся, потому что мы уже знаем. Нам что-то интересное, нам уже перепелов захотелось. Нам интересно, потому что там и чеснок был в Египте, там и мясо было, а здесь одна манна. Знаете, людям иногда зачастую становится тяжелым читать Слово Божье. И это не секрет. Что лучше переключил или канал, или щелкнул на компьютере, посмотрел другую проповедь, или что-то еще, какие-то новости, знаете. И вот подобно этим людям, прошедшим через большие чудеса, они сомневаются, они хотят что-то другого, они считают, что ничего особенного в жизни не происходит. Знаете, в свое время, когда я смотрю на свою жизнь, как я сказал в начале, что, возможно, в жизни моей происходит много чудес. Знаете, я могу назвать несколько чудес, которые явно происходили в моей жизни, которые я переживал и переживаю сегодня. В один момент я уже когда-то и говорил здесь в церкви, когда-то в начале, когда я только пришел в церковь, что однажды у меня так болела спина, что чтобы мне вот посмотреть в сторону, я вот так делал. Что даже поворот головы, он причинял мне боль. Но, тем не менее, я не лежал дома. И мне нужно было от троллейбуса еще идти около 1,5 километра до 2 километров пешком на собрание. Мы тогда еще собирались в отдельном доме. И, тем не менее, я вставал, одевался и шел пешком на собрание. И вот идя так по парку, через парк нужно проходить было, и я шел, и вот такое ощущение, что меня кто-то догоняет. Но я не оборачиваюсь и молюсь. Иду, Господь, вот у меня болит спина, но Ты же можешь сказать слово, и я буду здоровый. Ты просто скажи слово. И вот спина моя перестанет. Как только я так сказал, как будто кто-то меня так в затылок раз и ударил. Я так раз, повернулся. А потом смотрю, а у меня спина не болит. Я вправо, я влево, я туда, я сюда, я пробую. Спина не болит. И мне еще нужно было около километра пешком идти, и у меня спина не болела. Только слышал, как огонь сзади по спине бегает вверх и вниз. Тепло такое.
Это, можно сказать, такое большое, одно из чуд, которых я пережил в жизни своей. Когда Господь прямо исцелил меня. Знаете, прошло время, мне нужно было ехать в Канаду. Мне дали приглашение в библейский колледж. Ну, я начал делать документы, а тут не тут-то было. Не пускают. Я от одного начальника к другому, к замминистру, не пускают. Говорит, у нас закон не разрешает по таким визам тебя пускать. Знаете, можно разочароваться, можно оступиться. Ну, нет, нет, знаете, я оставил. До другой год они мне снова присылают с Канады приглашение, чтобы я поехал туда. Я опять беру все документы, которые нужны, и опять иду, чтобы мне сделали документы, заграничный паспорт. Я еще тогда за границей вообще не был, у меня не было даже заграничного паспорта, и я делаю, чтобы сделали мне паспорт. Я просил одних, других, ну, помогите как-то. В миссию пришел, говорю, ну, вы делайте, другим поедут вот на конференцию в Америку, заодно и сделайте мне паспорт. Ну, дал документы, привозят, всем дали, сделали, а мне не дают. Знаете, как-то, с одной стороны, как будто обидно, что, ну как, 8-10 человек всем сделали паспорта, а говорит, а вот ему не сделаем. И знаете, и вот как хочешь, так понимаю, как хочешь, так рассуждаю. А Господь в свое время сказал, что вот ты пойдешь и не возвратишься в путь. И я так рассуждал, думаю, Господи, ну ты сказал, что я пойду, а тут всех пускают, а меня не пускают. Можно подумать, разочароваться, можно огорчиться, но я не обращал внимания. Как принесли вот эти паспорта, говорит, вот твой паспорт тебе не делают. Говорит, слушай, я слышал, там поменялись законы. Пойди посмотри, а Авир был через 100 метров от миссии, где тогда работали. Спроси у них. Я захожу туда. Пожалуйста, приняли мой паспорт. Две недели сделали паспорт, взял билеты в Канаду, улетел через 2 месяца. Знаете, почему-то Богу было угодно сделать путем, который Он хочет. Мне нужно было только ждать, что там где-то, то, что я не видел, то, что я не знал, что-то совершает Господь. Он делал во благо для меня, для моей души, во благо для того, чтобы благословить меня и устроить. Знаете, приехал я в Канаду, ну как же, ну на 3 года только, а дальше нужно обратно. Знаете, приехал, ну Господь же сказал, что ты не возвратишься. Знаете, я проходит год, ничего не меняется. Знаете, в жизни своей мы тоже думаем, вот проходит год, ничего особенного. 2-й год проходит, ничего особенного. Друзья, братья, которые были рядом, они рассуждают, нужно ехать в Америку, там попытаться как-то оставить. Кто-то просто решал свою проблему, женился где-то в Америке, когда переехали, и все. И я себе так думал, рассуждал, думаю, Господи, ну а какой мой путь? Где мой путь к чуду? Сейчас я это смотрю, обращаюсь назад, и я вижу, что Господь, Он вел меня к чудесам, которыми Он хотел, чтобы я прошел. Вы знаете, прошел 2-й год, приезжаю я на 3-й год в институт этот библейский, проучился месяц, меня там нашли, документы. Кто-то где-то сделал с моих родных документы, оформил на меня на green card. И я на лотере выиграл эту грин-карту. Знаете, я не видел, я ничего не знал, я не прилагал никаких усилий. Знаете, иногда в жизни нашей то же самое. Что-то происходит, или мы видим, что ничего не происходит. Как я ничего не видел. Год проходит, я ничего не вижу. 2 проходит, я ничего не вижу. Ничего особенного, кажется, как обычно. Но где-то там Господь работал над моей жизнью, работал над тем, чтобы сделать, как Он хочет, как Он считает правильным, чтобы благословить меня и провести меня той дорогой к чуду. Мне оставалось быть только верным и ждать, когда Господь совершит то или другое дело. Я получил грин-карту, и 6 июня 96-го я уже был в Америке. Господь каждого из нас ведет тем путем, которым мы должны пройти. И самое большое чудо, которое когда-то совершится, оно уже сегодня происходит. Это Господь, Он собирает церковь свою, совсем разных людей,
разных наций и народов, чужих, не знавших друг друга никогда, Он соединяет их в одну монолитную семью, в церковь свою. И это чудо уже в процессе, когда она идет вот среди этого мира, развращенного, держась Господа и уповая на Него. И придет время, когда когда-то совершится самое большое чудо в истории, которое было где-то на земле или в вечности. Это когда сам Господь при звуке трубе, при голосе архангела сойдет с неба. Мертвые воскреснут прежде, затем мы, оставшиеся в живых, изменимся и будем восхищены туда, на облака Господу, и так всегда с Ним будем. Это самое большое чудо, которому нас Господь сегодня ведет. И оно совершится. И я знаю, возможно, мы не видим особого, что-то происходит в жизни нашей, но оно совершается, оно идет, к этому идет. И Господь, начавший в нас доброе дело, Он свое время окончит, Он доведет нас, когда это совершится. Вот это прекрасное восхищение Церкви, это самое большое чудо совершится во Вселенной. И я знаю, что каждый из нас должен и ожидает этого явления, когда сам Господь при звуке трубе и голосе архангела сойдет с неба. Да благословит нас Господь и утвердит нас. И мы узнаем, что Господь, Он ведет нас тем путем, которым нам нужно пройти, и к нашим чудесам, через которые мы должны пройти. Я знаю, что каждый из вас мог бы рассказать, какие чудеса. И сегодня я мог бы еще рассказать чудеса, которые со мной проходят. Но да благословит Господь, знаете, вот эти дни, которые уже вот это... болезнь, эти вирусы, знаете, ну, пришлось и мне немножко переболеть, но Бог даровал мне силы, что я тяжело мне это не переносил. Знаете, я все время уповал на Господа, я даже когда температура у меня была, она не очень большая, но все равно я лежал и я ожидал Господнего присутствия. Я вот лежал, с меня пот тек, вот, и я лежал и знал, что вот-вот оно придет освобождение. Я ожидал от Господа исцеления. Мысли мои были заняты не тем, что я умру, а тем, что я буду здоровый. И прошло там 3-4 дня, когда температура начала падать, и со временем немножко я стал здоровым. Но что случилось опять, знаете, чтобы никто не думал, что я говорю об исцелении, как будто самый здоровый человек на земле. В свое время было, что у меня ничего не болело, ничего не беспокоило. Вот. То я скажу, что вот стоя уже здесь в собрании, когда мы поем псалмы, братья читают слово, я не мог стоять до того часа, когда пропоют псалом, и брат прочитает Писание. У меня настолько вот нога болела, настолько у меня, я не знал, в каком положении ее поставить, что мне сделать, и не хотел я садиться, потому что как-то неудобно, а с другой стороны, я просто... уповал на Господа и держался, что меня в пот кидало, но все равно я стоял на ногах, чтобы даже не увидели, что у меня болит нога. Вы знаете, вот пошел я на массаж, после массажа мне еще хуже стало, вот, пошел на эмерджи, там дали мне несколько пилс, чуть-чуть полегчало мне, и я пошел на работу. Конечно, болела мне нога день-два, но каждый раз легче, каждый раз больше, меньше, я имею в виду, больше исцеления происходит. И практически сегодня я уже не чувствую боли. Немножко еще там где-то что-то есть, возможно, как у апостола Павла какая-то колючка, чтобы, возможно, человек не гордился, но смирял каждый раз душу свою. И Господь ведет меня тем путем к своим чудесам, которыми хочет, чтобы потом я... посмотрел назад, как сейчас оборачиваюсь, смотрю, Господи, какими чудесами Ты меня вел. Возможно, у кого-то нет, но я смотрю, и я вижу, жизнь моя, сплошные Господни чудеса. Как когда-то евреи ели эту манну, жили среди чуда и были недовольны. Как нам сегодня должны быть благодарны, что мы имеем эту возможность, что даже претерпев немножко от различных искушений, сегодня мы здоровы. Сегодня мы можем в собрании быть, имеем дерзновение пред Господом молиться. Он всегда принимает нас. Он всегда принимает нас. Больные ли мы или здоровые, Он любит нас одинаково. Пусть утвердит нас Господь в твердом уповании на Господа. Ему за все слава. Аминь.
Слава Богу, брати і сестри, давайте встанемо і будемо зараз співати. Своє життя я для Спасителя Христа. А як скінчиться дорога, там, де берег золотий, побачу я Ісуса, він є цар в країні тім, і до нього пригорнуся назавжди. В житті усе дочасне, про мене не наче сон, все слава і багатство пролетять. Та скарби я складаю в цій країні, де краса, там Ісус нас всі чекає в небеса. Піду слід, а як скінчиться дорога, там, де берег золотий, побачу я Ісуса, він є цар в країні тім, і до нього пригорнуся назавжди. Віддам цю дорогу, Христом піду слід, а як скінчиться дорога, там, де берег золотий, побачу я Ісуса, він є цар в країні тім, і до нього пригорнуся назавжди. Скінчиться дорога, там, де берег золотий, побачу я Ісуса, він є цар в країні тім, і до нього пригорнуся назавжди. Віддам всю дорогу, за Христом піду слід. А як скінчиться дорога, там, де берег золотий, побачу я Ісуса, він є цар в країні тім, і до нього пригорнуся назавжди. Слава Богу, можете займати.
Ви знаєте, ми живемо такий час, особливий час, правда? Не знаємо, що завтра може статися. Не знаємо, чи неділю наступну ми зможемо знову зібратися. І ми бажаємо заспівати пісню. І в цій пісні воно якраз і говориться. Я думаю, воно дуже підходить якраз про цей час, в який ми живемо. В пісні говориться так, вона буде по-англійськи, але своїми словами я переведу. Там говориться так. Дух Божий, вздихни на нашу церкву, вилий свою присутність, говори через своє слово. Ми молимо, щоб в кожній країні ім'я Христа було знане. Наша надія, наш порятунок – це один Христос. І я думаю, воно дійсно є так, тому що без Христа, як ми бачимо, особливо з цією хворобою, що якщо Христос не заступиться, якщо Христос не дасть ісцілення, то людина сама вона не може перейти це. І наша надія – це тільки Христос. І далі в пісні говориться, що «Боже, ми молимо Тебе, смиряємося перед Тобою, почуйте нас, ісцели нашу землю, щоби кожне око, кожне серце би побачило Тебе, знало би Тебе. Ти – той, хто взяв наш гріх, той, хто помер і воскрес». І, знаєте, тільки одна наша надія – це Христос. І, я думаю, це через цю хворобу якраз і Христос може проявити свою славу. Христос має один тільки силу ісціляти. Він – наша опора і наша надія. І тому, якщо хтось знає цю пісню, будь ласка, з нами співайте. See you.
that every heart will know. The one who took our sin, the one who died and rose. So God, we pray to you, humble ourselves again. Lord, will you hear our cry? Lord, will you heal our land? That every eye will see, that every heart will know. The one who took our sin, the one who died and rose. And when your kingdom comes, and when at last you call, we'll rise to worship you alone. Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. Spirit of God, breathe on your church, pour out your presence, speak through your word. We pray in every nation, Christ be known, our hope and salvation, Christ alone. Слава. Слава Ісусу Христу! Він є наш Господь, Він є наш Спаситель. І ми, віруючи в Нього, маємо життя вічне. Вислухаємо Слово Господнє. Текст, який я буду читати, записано Післання святого апостола Павла до Єфесян. Буду читати 6 розділ, 2 вірші. 6 розділ, читаю 13 вірш, а потім 17. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все, виконавши, витримати. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Зачитаю в англійському перекладі. Therefore, take up the whole armor of God, that you might be able to withstand in an evil day, and having done all, to stand. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is word of God. Amen. Можете сісти. Тема моєї проповіді має назву «Необхідність для перемоги». Дорогі друзі, ми маємо можливість сьогодні бути в Домі Божому. Я постараюся вкласти свою проповідь в цей обмежений час, який ми маємо для того, що ми живемо в обмеженому часі. Я вдячний моїм братам, які говорили прекрасні проповіді, наголошували на те, що Бог, Він говорить і відповідає. І важливо слухати Його голос. Важливо розуміти, що наш Бог є Бог чудес, який незмінний в своїх діях і в сьогоднішній день. І ми переживаємо це у своєму власному житті. Я розумію, що правило для всіх проповідників є одне – передати те, що хоче Господь сказати для своєї церкви. Те, що потрібно для нас, людей, щоб ми зміцнились нашим Господом і не впали в боротьбі. Господь
той, який дає для нас свою перемогу. І ми чули, що він так заступається за свій народ, що навіть каже, це не ваша буде боротьба, це моя боротьба, тому що я хочу, щоб ви бачили цю перемогу, яку даю я для вас у вашому житті. Брати та сестри, я думаю, що ви вже не раз чули мені, сказав Господь, щоб я передав. І я вірю в це, що Господь промовляє для проповідника, щоб він передавав. Я не чую його голос фізичний, що він мені говорить, і я це передаю для тих, які слухають. Але я знаю, що коли я шукаю Божого лиця, і я прошу, щоб він благословив мої уста на проповідь Євангелії, він дає мені в думку, в моє серце, в мій розум, те слово, яке я повинен передати для тих, які слухають. Це вже в другу чергу, і для самого себе в першу чергу. І ось тому то ми сміливо кажемо, Бог говорить мені. І причина та, що Бог говорить, лише для того, щоб ми дійсно керувалися і ходили Божими дорогами. Щоб ми були послушні Божому голосу. Дорогі друзі, для нас, проповідників, важливо передати Боже Слово так доступно і зрозуміло, щоб люди могли прийняти те у своє життя. Ви знаєте, коли найбільший проповідник, який був на землі і буде, і Ісус Христос, він говорив до людей. І коли люди не могли зрозуміти, що він говорить в притчах, навіть його учні написано, що він виясняв. Для того, щоб люди могли зрозуміти, що саме говорить Господь. Сьогодні для нас залишене Слово Господнє. І ми, як проповідники, ми маємо можливість передати Боже Слово, пояснюючи його настільки, щоб це було зрозуміле для нас. Дорогі друзі, ми маємо багато того, що сьогодні допомагає для нас. Поясні того чи іншого слова, допомагає нам зрозуміти, в який момент це було, на якій території і так далі. Але важливість Божого Слова настільки є жива і діяльна для нас, що це єдине джерело, яке дарує для нас перемогу у нашому житті. Алілуя, слава нашому Богу! Це єдине джерело, яке ми не повинні залишити десь ззаді, на якийсь випадок у нашому житті, що ми його скористуємо, і тоді прийде допомога і перемога у наше життя. Це потрібно мати нам постійно, не забути взяти в своє життя Боже Слово і жити ним для того, щоб Божі відкриття були для нас. Не важливо, яка моя думка. Сьогодні, дорогі брати і сестри, я згідний слухати ваші думки. Сьогодні ми маємо багато проповідників і проповідей, які ми можемо чути на засобах масової інформації, на наших телефонах, дивитися по наших комп'ютерах. Сьогодні ми маємо можливість читати допоміжну літературу і так далі. Але, друзі, як я сказав, неважливо, яка моя думка. Важливо, що каже Господь в своєму слові, і ми, щоб приймали це як істину Божу. Написано, що ви пізнаєте істину, і істина вас зробить вільними. І це лише єдина істина, яка є на сторінках Біблії. Дорогі друзі, і ось тому-то ми маємо можливість це робити як проповідників Божого Слова. Слово Боже нам виясняє також про те, що коли ми збираємося разом в домі молитви, ми повинні розмовляти на доступній мові, щоб людям було це для збудування. Не говорили іншими мовами, як деколи ми розуміємо, що Бог наповнив нас. І якби сьогодні я зрозумів, що Бог наповнив мене і промовляв до вас на інших мовах, я люблю розмовляти на інших мовах, це би пожитку вам не дало. Це не було би для збудування вашої як церкви, я говорив би собі і Богу. Тому-то, дорогі друзі, ми
маємо можливість говорити доступно і зрозуміло для того, щоб Божа благодать була діяльна у житті християн. Божа зброя для того, щоб дати опір у день злий. Я не буду звертати увагу на все те, що написано в 6 розділі, апостол Павло пише до Єфесян, що нам потрібно взяти в ці останні дні. Нарешті, на кінець, я хочу звернути свою увагу на 17-й вірш і другу половину цього вірша. Візьміть і меча духовного, який є Слово Боже. Кожен із нас сьогодні розуміє, що нам потрібно буде давати опір у день злий. І не для людини, але для тих сил злоби піднебесної, які так могутньо наступають. І як на народ весь світ на планеті Земля, так і на нас, християн. Ми бачимо сьогодні, дорогі друзі, що кругом нас є дуже багато шуму, є багато безладдя, я не кажу безвладдя, я кажу безладдя, є багато неспокою, є багато переживань, тривог, є страх. В англійському перекладі це би звучало turmoil. І це для людей, які розуміють значення цього, для них не треба перечисляти це все те, що я сказав. І це стається не тільки для нас, простих людей. Це саме переживає наш президент в країні, його кабінет. Це переживають те ж саме і місцевий уряд в містах і в штатах, в яких ми проживаємо. Це відомо і це перед нашими очима. Але Боже нам слово каже, що ми повинні стояти в цей період часу непохитно. І друге слово, ми повинні все виконати. Все виконати те, що Бог предназначив мені і для вас. І далі, і витримати. Ось такі три речі ми, як люди Божі, християни, повинні зробити в своєму житті. Стояти непохитно. Тому що за нас є той, який тримає нас в своїй руці, за нас є той, який чудить, робить свої чуда серед нас, за нас є той, який промовляє, і все стається. Так, як він скаже. Все стається по його слову, і навіть, дорогі друзі, весь цей світ, який оточує нас, він створений Словом Господнім. І написано, спочатку було Слово, і Слово було Бога, і Слово було Бог. Дорогі друзі, я розумію, що Господь Бог, Він є той, який робить нас переможцями. Відкриємо слово Господнє, 2 Коринфян, 2 розділ, 14 вірш, написані прекрасні слова, що робить Господь. Написано так, а Богові подяка, що Він постійно, зауважмо, постійно чинить нас переможцями у Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Бог робить це. І робить це постійно для того, щоб знання про Бога ми виявляли, які перемагаємо цей світ. Які стоїмо твердо на Божих обітницях, на Божому Слові. Які знають, що Він є за нас, хоч є той, який проти нас. Ми маємо того, який дає для нас можливість бачити ту перемогу, яка вже була звершена для нас і Ісусом Христом. На Голгофі відкриємо текст, який говорить про для нас це буде Колосянам. Другий розділ читаю з 13-го вірша такі слова. «І вас, що мертві були в гріхах та необрізані вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши
усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами були проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Дорога церква, для нас перемога здобута і Ісусом Христом. Сили і влади роззброїв Христос і вивів їх на посміховисько. І кажеться, все так дуже добре. Чому ми зачитали цей текст, який говорить, щось необхідно і потрібно взяти і робити для нас? І це важливо, дорогі друзі, на що я хочу сьогодні звернути нашу увагу. Можу я проповідувати трошки довше про це? Можу я говорити це, що Бог поклав мені на серце і на розум для нас? Згідно того відрізку писання, який я прочитав. Дорогі друзі, він каже, на кінець ми повинні зміцнятися Господом і могутністю Його сили. Не забудьмо взяти все те, що необхідно для нашої боротьби, як нам, християнам, щоб ми вели боротьбу проти цих влад, сил злоби духів піднебесної, всього того, що напирає на нас, противостояти дияволу і його слугам, які бажають нашої смерті, які не хочуть, щоб ми успішно закінчили свій біг, щоб ми одержали Господню перемогу. Дорогі друзі, Слово Боже нам каже, щоб ми взяли меч духовний. І далі йде пояснення, що це таке. Якби я сказав, візьміть меч духовний, і ми не знали, що це таке, ми не знали, який він є, де його взяти, як його мати, як його тримати, як їм володіти. Але Слово нам пояснює, Божественне Слово нам пояснює, що це таке є меч духовний, і каже, це Слово Господнє. Ми розуміємо і знаємо, у світі є два види мечів. Є довгий меч і є короткий меч. Якраз у цьому писанні є Слово Боже, яке говорить про той короткий меч, який повинні мати християни в своєму житті. Щоб вміти володіти цим мечом в той день, щоб дати опір у день злий. Щоби могли наступити на ворожу силу, яка стоїть перед нами так близько, перед нашими очима. Ми кажемо, ми маємо таке слово «впритик перед нами». Коли вже звернути вліво чи вправо нема можливості, відступити нема можливості назад. Ми знаємо подію, яка була в ізраїльському народі. Потрібно було для Моїсея, як брат переді мною говорив, простягнути свій жест і тримати його в напрямку того Червоного моря, щоби вітер дув. І божественне чудо було для всієї нації, для всього ізраїльського народу. Ворог атакує нас, дорогі друзі. Ворог сіє невір'я, коли ми розуміємо, що нам потрібна віра. Ворог сіє це невір'я у наше життя, і ми починаємо не довіряти. Він сіє неспокій, коли Господь каже, я ваш мир. Не такий мир, як це світ дає, я ваш мир, я князь миру. Але, друзі, чи нема неспокою у нашому житті? Ворог сіє смуток. За відміну того, що Бог каже, радійте, і ще раз кажу, радійте. Ворог сіє для нас різні спокуси, переносить їх перед наші очі, і нам потрібно устояти у цих спокусах. Я хотів би звернути нашу увагу на приклад Ісуса Христа. Той, який був спокушений від диявола в пустині. І ось прийшов момент, коли
ворог безпосередньо атакує його. І йому потрібно було дати відпір для нього, опір для нього, яким він робить із Слова Господнього. Ми бачимо, як Бог в імені Ісуса Христа поступає в боротьбі проти диявола. Він відбиває його атаки. Ми бачимо із Слова Господнього, що Бог дає мудрість і для нас. І каже в своєму слові, я не буду читати, скорочуючи свій час, це Євангелиста Луки, 21 розділ. Ісус говорить таке слово, що Він дасть нам необхідний час слово мудрості і знання, і нам не потрібно думати, як на той момент відповідати. Господь покладе це у наш розум, у наші уста, і ми дамо відповідь у приділений назначений час, коли нам потрібно це буде зробити. Бог покладе на серце. Я думаю, що ви вже не раз пережили в своєму житті, коли Господь клав вам на серце, щоб дати відповідь для тих, які просять відповіді вас на поступки Божі. Чому ви віруєте в Бога? Що саме, яке надбання ви маєте від того, що Господь є наш Спаситель і Господь, і ми покладаємо свою надію і свою віру у Нього? Меч духовний, дорогі друзі, він не такий меч, яким свого часу воював Мойсей. Коли він побачив утиски Божого народу в Єгипті, і для того, щоб захистити свого собрата, він виймає меч і забиває іншого чоловіка. Це не такий меч, яким свого часу скористувався апостол Петро, коли прийшла ця група людей, воїни, книжники, первосвященники, для того, щоб схопити Ісуса Христа там, в Гефсимані. Він виймає свій меч і відрубує ухо рабу первосвященника. Духовний меч – це не той меч, дорогі друзі, це єдиний меч, з яким ми можемо воювати сьогодні, як церква Господня. Єдиний меч, який Господь дає для нас в користування, і воно є Слово Господнє. Боротьба наша не закінчилась. Ми боролися в минулі дні. Для нас боротьба сьогодні, і скільки продовжить для нас Господь, ми будемо боротися, ми повинні мати цей меч духовний в своєму житті. Диявол, він рикаючий лев, він страшить, він готовий запевнити, що для нас немає успіху і перемоги. Но, дорогі друзі, вона є в Ісусі Христі, вона є в Слові Божому, на тих обітницях і відкриттях. Згадаймо молодого юнака Давида, який прийшов для того, щоб принести трошки їжі для своїх братів, щоб вони зміцнилися на фізичних силах. Вони в страсі, як весь народ ізраїльський. Перед ними Голіаф, той, який виступає могутньо і страшить як царя, так і народ, військо, яке противостоїть филистимлянам. І ось він бере в свій розум те, що сказав Господь, що не може повносити та людина, військо Боже, яке є предназначене для того, щоб воно було переможцем і носієм Божої правди. І він сражається з Голіафом. Він сражається і отримує перемогу. Ми можемо подивитися на Ілію на горі Кармел. Скільки багато тих пророків Ваалових, Дубравових, які противостали для того, щоб відбити ізраїльський народ від віри в живого Бога. А він, каже, це один, стає проти них, але стає і каже, я все зробив
по Слову Твоєму. Слава нашому Господу! Якщо ми все будемо робити по Слову Господньому, якщо ми будемо мати цей меч духовний в своєму житті, дорогі брати і сестри, ми будемо тими, які перемагають. Сьогодні багато є, як я сказав, шуму, є багато слів, є багато інформації, як важливо, один брат говорив з цього місця, що нам треба настроїти свій приймач на Божу хвилю, для того, щоб приймати інформацію від Нього, щоб жити Божим Словом. І це Слово, воно буде світильником для нашої ноги. В притчах написано так, що людині кажеться її дорога прямою, але кінець її стежка до загибелі. Дорогі друзі, тому-то давайте будемо вибирати дорогу Господню. Давайте ми будемо йти по цій дорозі, якою є і Ісус Христос. Він не тільки дорога, Він є правда, Він є і життя. І коли це все в сукупності приходить у наше єство, ми можемо вести переможне християнське життя. Чому інколи ми бачимо поразку в нашому житті? Перше всього, і це точно так, ми не користуємося цим мечем духовним. Ми не користуємося їм. Ми не знаємо, як користуватися ним. І ми не приміняємо його в той час, коли нам потрібно приймати його. Відкрию слово Господнє, автор Післання до євреїв в 4 розділі говорить такі слова. Четвертий розділ, 12 вірш. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри сердечні. Слово Господнє для того, щоб їм правильно користуватись, тому що воно обосічне. Нам потрібні навики, нам потрібне знання. Оце Слово Господнє, Біблія, яка є в ваших руках, яка є написана в ваших телефонах, комп'ютерах і так далі. Вона просто як написана книжка, яка може лежати в бібліотеці, яка може лежати на наших поличках, в наших домах, яку ми навіть носимо з собою у дім молитви, у церкву. Але якщо ми не заглядуємо в її як закон досконалий, якщо вона не є хлібом насущним для нашого життя, це просто буде бібліотека Божого Слова, яка є в наявності для всіх людей. І сьогодні люди думають, поклавши Біблію на сідушко або в цей компартмент, де її не так видно, щоб вона там знаходилась, і це збереже нас від аварії. Це дасть для нас можливість протистояти дияволу, тоді, коли він буде атакувати для нас. Я хочу засмутити вас, дорога церква, це не послужить для нас відповіддю, яку ми хотіли би мати. Це слово, воно просто написане слово, і якщо ми не беремо його в своє серце, у свій розум, якщо воно не є логос у нашому житті, над яким ми роздумуємо, над яким ми прикладаємо зусилля для того, щоб воно стало зрозуміле і доступне для нас, дорогі друзі, воно не буде животворити. Ви знаєте, що Ісус Христос сказав Слово, тому що Він був сам Слово, живе Слово, через якого все сталося, і все, що сталося, сталося через Нього. І те все, що сьогодні написано в Біблії, якщо ми його приймаємо у своє життя, воно є слово животворяще. Воно дає нам можливість жити для нашого Господа і поступати згідно Його волі. Дорогі друзі, багато думок було, для прикладу, про те, що наша планета Земля була плоскою.
І люди вірили в це. Вони думали, що так є, вона плоска. Але до одного прекрасного моменту, коли заглянули в Слово Господнє, коли Бог дав відкриття і зрозуміли ми, і ми сьогодні стверджуємо, що земля, земна куля, вона є кругла. Сьогодні знову ж йдуть теорії, що вона є плоска. Я не хочу говорити про це, я хочу сказати, що Боже Слово, яке відкривало нам про стан цієї землі, воно було істиною до того часу, хоч люди не знали цього. Воно сьогодні є істиною для нас, коли ми знаємо це. Воно буде істиною для наших потомків і для тих, які будуть проживати на цій землі. Це слово буде істинне, правдиве слово Господнє, яке буде освітлювати дорогу християн у небесну країну, той вічний Ханаан. І ось тому-то для конкретної боротьби для нас потрібно не тільки Логос, для нас потрібно і Рама. Це слово, яке поможе для нас у цій боротьбі, коли уже не ми, не наш розум, не наші наміри сердечні, не те, що нам хочеться зробити, сам Господь Бог буде робити для нас свою перемогу у нашому житті. І це рама потрібно для нас у цій конкретній боротьбі, з якою ми стикнулися сьогодні. Сьогоднішній день. Хай Господь дасть для нас відкриття. Хай Господь дасть для нас зрозуміти, чим ми можемо воювати проти ворога душ наших. Хай Господь дасть нам знати, щоб ми розуміли, що тільки Його Слово вірне і правдиве може утвердити в нас у цій складній ситуації, яку ми проходимо. І свого часу апостол Павло, звертаючись в листі до Тимофія, каже: «Перебувай в науці Господній, займайся цим постійно, проповідуючи, проповідуй, спасеш себе і тих, хто тебе слухає». Господь благословить вас, церква. Я дякую Господу, що ми послушні Божому Слову, що ми вибрали Його як світильник для нашої ноги. Я дякую, що це живе, правдиве Слово проповідується. І наш Господь, Він є за нас, який дає для нас перемогу, який звершив для нас перемогу і який хоче, щоб ми в наявності її переживали і з тим, що користуємося Його Божим Словом, яке дає для нас перемогу во ім'я Ісуса Христа. Подякуємо нашому Господу. Амінь.
Слава Богу, брати і сестри. Слава Богу за Слово Боже. Бог дав нам Слово Боже. Ми знаємо, як милувати, як любити, як прощати, як ненавидіти. Ми все знаємо, тому що Бог оставив Слово Боже. Хвала Ісусу. Ми зараз під час пісні будемо мати добровільні пожертвування. І група буде співати псалом, Я думаю, що я вже писав на Вайбері, ви читали, що відійшов у вічність на Україні батько сестри Марії Антонюк. Прожив 86 років. Тому-то ми співчуваємо сестрі Марії, висловлюємо співчуття для неї, для брата Степана, для їхньої сім'ї. Хай Бог їх благословить, утішить. Які б батьки не були в старості, але вони батьки, які нас породили. І тому-то вони достойні пошани від нас. Хай Бог їх благословить, і сестру Марію хай Бог благословить, а зараз псалом. Будь ласка, співаємо. Я все зможу в Христі